детской больнице в Сыктывкаре, Коми, АССР, много лет работает один из старейших врачей республики Анна Михайловна Волкова. Всю свою жизнь посвятила она лечению глазных болезней, охране зрения человека, этому величайшему дару природы. И этот дар Анна Михайловна вернула многим. Пришел к Анне Михайловне рабочий Борейко. В такие минуты кажется, что решается вопрос жизни. «Не волнуйтесь, вылечим», — говорит Анна Михайловна. «И каждый знает, так и будет». Но не только в больнице она борется за здоровье человека. С лекциями и докладами об охране зрения Анна Михайловна часто выступает на предприятиях и учреждениях. Замечательному врачу, доброму, отзывчивому человеку Анне Михайловне Волковой присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».